Почти 2000 интеллектуальных приборов учета установят электрики до конца года в Сургуте и дачных кооперативах города. Новые счетчики в режиме реального времени передают информацию о потреблении электроэнергии. Параллельно идет обновление линии электропередачи. Подробнее расскажет Лиана Киямова. Теперь жителям дачных кооперативов даже показания за электроэнергию передавать не нужно. За них это сделают современные счетчики дистанционно. Индивидуальные приборы учета устанавливают электрики, чтобы в режиме реального времени получать информацию о потреблении. Эти металлические шкафчики прослужат дольше своих предшественников. Получается, для природных условий, то есть снег не попадает и... Ну, влага, время идет, новые технологии, и поэтому новые счетчики, они считают, потери меньше. Ну и как бы хуже-то не будет от этого. Один такой интеллектуальный прибор учета сможет фиксировать данные о потреблении электроэнергии 5 домов. Сургутские городские электрические сети запланировали в этом году обновить 1000 приборов учета в 5 дачных кооперативах и садово-огороднических товариществах. Еще 760 обновятся в многоквартирных домах Сургута. Счетчики ставятся в индивидуальных шкафах, многотарифные, с приборами, позволяющими отключать электроэнергию от перегруза, что позволяет, ну, как бы исключить повреждение линии. Параллельно электрики ведут работу по замене ветхих линий электропередач. Раньше повсюду были алюминиевые провода, теперь это самонесущие изолированные. Они более долговечны. Всего планируется обновить больше 10 километров. В совокупности модернизация позволит сократить количество перебоев и отключения электроэнергии в дачных кооперативах и садово-огороднических товариществах. А подача будет соответствовать ГОСТу 220 вольт. По дачным кооперативам это же проблема по электроснабжению, то есть низкое качество электроснабжения, значит, напряжение, люди жалуются постоянно, там 190-200 вольт, то мы за свой счет проводим реконструкцию и, соответственно, делаем так, чтобы напряжение соответствовало ГОСТу, отключений не было, диспетчерская служба у нас круглосуточная, то есть, ну, вот, как, чтобы люди начали жить так, как должны они жить изначально. Внедрение умных счетчиков в Сургуте началось еще 6 лет назад. За период реализации проекта специалисты установили и ввели в эксплуатацию 5500 индивидуальных и общедомовых приборов учета. Рекордные почти 2000 за год обновятся в этом году. А это значит, что еще около 10000 семей в пригороде Сургута забудут об аварийном отключении и низком качестве электроэнергии. Лиана Киямова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.